Видео подготовлено сайтом onlinvdz.net. Математика, 5 класс, автор Мерзляк. Итоговое задание в тестовой форме, вариант 3, вопрос номер 10. Какая из данных записей является записью числа 0,48 в виде процентов? 0,48 запишем в виде обыкновенной дроби. Это 0,48. Что такое процент? Процент – это 1/100. Тогда 0,48 – это будет 48%. Таким образом, правильный ответ находится в пункте В. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.